Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую я назвал «Какая интимная встреча». Слова, музыка, исполнение Самуила Фурмановича из цикла «Ожившая поэзия». Какая интимная встреча, во мне не голос дрожащий, и запах укрыл нас пьянящий, и трепет сердец настоящий. Какая интимная встреча, волнение в голос дрожащий, и запах укрыл нас пьянящий, и трепет сердец настоящий. И где-то таката звучала, настрои на связь времен, а мы визави молчали. Пронзительно слыша стон, и где-то таката звучала, настроив на связь времен, а мы визави молчали, пронзительно слыша стон. И как хорошо нам было, мечта ведь сбылась. Но музыка расставания пронзая сердца лилась. И как хорошо нам было, мечта ведь сбылась. Но музыка расставания пронзая сердца лилась. Какая интимная встреча, волнением голос дрожащий, и запах укрыл нас пьянящий, и трепет сердец настоящий. Какая интимная встреча, волнением голос дрожащий, и запах укрыл нас пьянящий, и трепет сердец настоящий. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт». Какая интимная встреча. Слова, музыка, исполнение Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».